Ну, уже темнеет. В общем, всего 4 стойки стоят. Наружные. Вот, также 4 будут внутренняя обвязка, которая будет там снизу вот здесь. Получится, грубо говоря, 20-ка. Или 2 десятки, или 4 пятерки, одна стойка. И вот середина тоже как бы заскреплена, и все окей. Ну вот, надеюсь, крыша уже выдержит. Много снега иногда бывает в Питере, год за годом нега. Ну а так, вот вместо гаража уже есть. Следите за каналом, кто за навесом следит. Итог, может быть, в следующем году будет.